Сгорел весь третий этаж нежилого здания. Там раньше занимался ансамбль «Голубок». Также произошло частичное обрушение кровли. Огонь охватил площадь в 130 квадратных метров. В тушении пожара вечером участвовали 3 пожарных расчета. Ликвидировать огонь удалось только через час. Загорание осложнялось тем, что строение полностью деревянное, пятой степени нестойкости, без соответствующих, конечно, обработок и средств противопожарной защиты. Уже давно на них эксплуатируется, находится у нас на учете. Поэтому загорание происходило между деревянных конструкций, а в связи с чем тушение пожара было немножко затянуто. В результате пожара никто не пострадал. Предварительная причина возгорания пока устанавливается, но не исключается версия поджога. За последние 4 года это уже третий пожар в бывшем дворце пионеров.